Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале The Easy Craft, с вами игрок Адор. Да, ребята, вот я в предыдущей серии я спрятался в этом в загоне, прям внутрь, прям под землю ушел. Фуф, чуть меня не убил Крипер и Эндер. Да, я вот сейчас ночью. Главное сейчас не попасть к этим, к зомбакам. Так, давайте поубиваем барашек. Так, шерсти, конечно, бы. Ух, блин, зомбак, ну ты нафиг тебя. Так. Не будет идти за мной. Он, блин, идет. Ну, кстати, зачем я его боюсь-то? У меня-то есть меч. Деревянный меч. Так что я тебя не боюсь. Так. Ох, уже отлично, уже светлеет. Да, это отлично. Так. В предыдущей серии можете посмотреть, как меня мой дом взорвал Крипер. Напал на меня еще и Эндер. Короче, повсюду меня хотели они окружить. Ну, увы, я спасся. Да, кстати, ребята, когда я зарылся в яму, блин, я вроде от нехватка воздуха умирал, что ли. Смотрите, у меня половина жизни уже. Да, это очень печально. Ну да ладно, мы как бы сейчас немножко порубим деревьев. Так, уже утро, отлично. Так, давайте не будем рубить с мечом. Всякий пожарный. Так. Вроде бы никого нету. Вроде бы зомби должны исчезнуть. Блин, ну почему, интересно, исчезает на деревьях листва? Ладно, пока не схватит. Да, вот такая вот у нас вот серия сегодня. Это что такое? Ох, нифига себе, это что, болото, что ли? Так. Серия у нас такая, да. Так, знаете что? Давайте замутим верстак. Ставим верстак. Так, мы можем сделать маленький домик. Мы уже, как вы поняли, мы уже делаем домик. Три серии подряд. То нас кто-то убивает, то у нас еще что-то случается. Это вообще, короче, непонятно. Да, немного трудно понять. Так. Вау, мы можем кровать сделать, отлично. У нас уже будет кровать, мы можем поспать. Так, вот так вот, да. Так, мы можем только ночью спать. Ну, в принципе, нормально. Начинаем свое строение, маленький дом. Так. Будем ресурсы экономить. Так, тут окошко сделаем, да. Тут. Видите, я экономлю ресурс как? Последний блок я не закрываю, потому что он как бы тратит ресурсы. Угу. Так, ну еще по одному, да, сверху. Да, вот так вот мы строим домик. Сейчас как утро, можно посмотреть, да. Нормально будет, мы успеем. Благополучно все пройдет. Так, вот так вот. Хорошо, хорошо. Продолжаем. Знаете, такой вот, ну, маленький такой домик. Для начала, да. Ух ты, ресурсы кончились. Идемте добывать ресурсы. Да, ребята, вы можете посмотреть предыдущие серии, как я выживал в суровых условиях. Да, ребята, можете оценить. Очень круто было. Так. Надо потом еще нам железо найти. Но это со временем, конечно. Не будем торопиться. Не будем торопить события.
Сейчас поставим домик. Угу. Так, отсюда зайдем, в принципе. Ой, блин, не то сделал. Да ладно, нечаянно. Так, уже 28 есть. Чё, что тут хорошо в Майнкрафте? Тут можно очень много деревьев делать для проживания, для всего. Это вообще отлично. Да. Смотрите, какой домик у нас. Ну, блин, мне нравится. Давайте верстак не посередине, а куда-нибудь сбоку поставим. Сюда, например. Так, еще что мы можем скрафтить? Можем сундук скрафтить. Давайте сундук скрафтим. Так, где наш сундук? Вот он, отлично. Так, тут будет сундук. Так, теперь нужно нам железо, да? Ну, железо. Можем там добывать, в принципе. Давайте. Так, поставим дверь. Да что ты будешь... Но... Ну да ладно, пофиг. Так, такую дверь хочу что-то. Почему-то не знаю, такая дверь мне нравится. Да, вот. Смотрите, сэкономил ресурсы. Мини-коробочка. Прикольно. Да. Так, блин, сейчас бы нам поспать. Отлично было бы. Чтобы не исчезло наше сохранение. Наше строительство. Только ночью, да? Блин, сейчас ждать ночь, что ли? Сейчас сколько время-то? Время-то тут нет, я понял, но... Как бы ночь ждать, это тоже не вариант. Сейчас только полдень. Так. Давайте я сейчас... Так. Дождусь ночи, потом... Встретимся, я сохранюсь и... Начнем уже. Да, ребята, вот. Я дождался ночи. Давайте спать ляжем. Пока мест нету, вокруг зомби, никого нету. Фух, так, надеюсь, я... У меня сохранится мое строение. Так что, ребята, вот так вот. Ну все, в принципе, подписываемся на канал, ребята, ставим лайки. Будет продолжение. Смотрите, уже без фейлов. Я, если, конечно, не накаркаю. Уже без фейлов. Нормальный домик, нормальная кровать. Нормально, все тут построено. Ну и все, в принципе, ребята. Всего хорошего. Всем пока, подписываемся, комментируем. А я продолжу. Тут находиться. Может, немного порублю деревьев. Ну и буду готовиться к следующей серии. Всем.